зачем там свечи? Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Для мамы и папы. Присмотри за ними. Забавно. Звук такой. Это эхо. Эй! Хьюго, здесь могут быть люди. А. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Миссия, ты мне делаешь больно. Прости. О, бусы. Это четки. Зачем они? Чтобы молиться. С ними можно говорить? С мамой и папой? Да, конечно. Смотри, тут есть лестница. Может, мы здесь выберемся? Надо залезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается. Не сломается, Хьюго, поверь. А миссия, там кто-то есть. Дети, что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь. Уходите, нечего здесь делать. Тут очень опасно. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Может, он знает, где найти Лаврентия? Давай спросим его об этом. О, они все сломали. Что здесь происходит? Может, тут делают кровати? Я так не думаю. Я знаю этот запах. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. Такие красивые. Это гвоздики. В моем гербарии такие же, но эти красивые. Хьюго, идем дальше. Подожди, иди сюда. Что? Он тебя защитит, а еще он красивый. О, ладно. Можно идти. Спасибо, Хьюго. Пожалуйста. Отец! Опять ты? Я велел тебе уходить! На секунду, буквально! Ты не понимаешь!
Уходи, пока можешь! Пожалуйста, нам нужна помощь! Помогите хотя бы ради него! Роберт Дерун! Его герб! Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил вашу семью. Он говорил о вас. Я отец Томас. Ох, если вы здесь, это не к добру. Инквизиция пришла к нам и... Могу представить. Но то, что здесь происходит, гораздо хуже. Вы должны немедленно уходить. Не то вы умрете. Но, отец, деревенские хотели нас убить. Они рехнулись, они спятили. Так, Лаврентию, вам к Лаврентию. Но я не могу покинуть церковь. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не поздно. Я расскажу вам, как добраться до фермы Лаврентия, но... Но дальше... Все в руках Господа нашего. Кажется, пока все спокойно. Идем. Очень важно оставаться на свету. Отец, почему на дверях в деревне кресты? Там правда чума? Все началось с укусов, ночных укусов. Потом болезнь распространилась. Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. А откуда оно все взялось? Почти пришли. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Брат Морель. Стойте здесь. Брат Морель! Морель! В чем дело? Отец? Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста. Успокойся. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. Ну что потом? Что-нибудь придумаем. Не понимаю, почему их тут так много. Огонь! Нам нужен огонь! Дерево быстро прогорит. Надо спешить.
не прочь! Ты, убирайтесь! Успокойся, Хьюго! Свет нас защитит! Понял. Так вот что за чума! Крысы! Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Значит, нужно просто уйти? Крипта трех святых. Об этом пути и говорил святой отец. Нужно искать другой путь. Давай, я помогу. Ладно. Наверху они все. Пожалуй, я собью эту штуку. Смотри, мы уже им ничем не поможем. Это ужасно. Я знаю. Идем. Забирайся. Да. Иди за мной. Ага. Ну же, забирайся. Конечно. Ладно, пойдем одновременно. Я пойду первая. Ладно. Они так шумят, так шумят. Хьюго, успокойся. Крыс нет. О, нет! Нет! Нет, к свету, быстрее! Я не вижу здесь факелов. Как мы? Что же делать? Это должно их отвлечь. Ты думаешь? Еще немного мяса и порядок. Давай. Мы почти уже у выхода. Хорошо, надо быть осторожнее.
Так они до нас не доберутся. Не упади, не упади. Мы не упадем. Держись за меня крепче. Тут факел. Присутки отверстия. Я это подниму. Доберешься до факела. Да. Тяжело. Хьюго, быстрей. Давай. О, нет. В порядке? Да. Стой, где стоишь. Там пол еле держится. Миссия, как мне вернуться обратно? Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Пока ты с факелом, ты в безопасности. Ну, а как же ты? Мы пойдем вместе. Свет через решетку будет защищать меня. Ты готов? Готов. Ну тогда идем. Медленно. Хорошо. Смотри, там дыра. Дай тебе факел. Да, на моей стороне слишком много крыс. А мне как пройти? Там дыра за тобой. Других способов я не вижу. Пролезь там, я встречу тебя на другой стороне. Ты думаешь? Если заметишь крыс, просто остановись. Я сейчас буду. Ладно, ну пожалуйста, быстрее. Надо спешить. Амисия, давай быстрее. Хьюго, что случилось? Хьюго, скажи что-нибудь. Ну же, давай. Тебя укусили? Нет, я нашла лестницу, но там внизу крыс. Я расчищу тебе проход, и ты спустишься. Успокойся, Амисия. Ты в порядке, он в порядке. Соберись. Ветки горят очень быстро. Долго сдерживать крыс не получится. Да ты, я больше не... Отлично, спасибо. Теперь спускаться. Прости, мне не нужно было оставлять тебя одного. Это рискованно. Все хорошо. Сначала ты. Да. Я знаю этот рисунок.
да борт крестоносца. Я вниз. Конечно. Спасибо. Теперь идем отсюда. Да, далеко-далеко. Это упростит мне жизнь. Лезь, давай! Ох, что это на земле? Все равно пойдем. Да, сюда же мы как-то добрались. Все будет хорошо. Держись рядом. Я не знаю. Это все они. Ты думаешь? Да, мы угодили в гнездо. То есть они станут еще злее? Нельзя трогать стены. Ах, воздух жжет мне горло. Вон там свет. Мы дошли к югу.
Беги, Хьюго, беги! Стой, отстаньте! Мы смогли! Мы смогли! Мы смогли! Мы... Амисия, я хочу к маме. Я не хочу, чтобы она была мертвой. Хьюго! Хочу, чтобы она вернулась. Амисия, мы больше не сможем вернуться домой. Нет, это слишком опасно. Там тоже крысы? Наверное, я не знаю, Хьюго. Я боюсь, что нас найдут, когда стемнеет. Лаврентий позаботится о нас. Идем. Идем.